Ой-ой-ой-ой, всем привет, дорогие зрители! Приехал я в район Махмутла к этому грандиозному проекту, который находится почти в центральной части Махмутлара, на расстоянии от моря максимум 575 метров. В той стороне у нас улица Ататюрка. Напрямую, если мы выйдем по дороге к морю, там подземный проход, там два Эмигрес магазин, сеть магазинов, Мадам Коко, ресторанчики, Эль-Сивы и Кики недалеко отсюда, башня часов недалеко отсюда и тому подобное. Я отсюда поднимусь в это здание, покажу планировки квартир, покажу цены и потом пройдусь до моря. И вы увидите там сколько минут ходьбы до моря. А здание показал, себя тоже покажу. Так, дорогие зрители, вот прайс-лист, кому надо, я могу отправить WhatsApp, Telegram, Viber. В основном я на WhatsApp, если в Telegram не отвечу, туда пишите. Так, здесь осталось мало квартир. Стройка идет полным ходом, но в основном кран медленно работает, потому что в мэрии Алани запрещено сейчас строительство, да, сезон, когда шумгам не разрешают. А так внутри всей отделкой там подобно все идет. Вот, кстати, вот отделки уже сделаны в некоторых квартирах на этажах. Белая отделка чистовая. Вот уже мрамор наделан. Вот. Крыша уже поставили. Там верхние этажи остались. Б-блок это А-блок, это Б-блок. Так. Вы смотрите на стройку, а я вам скажу прайс-лист. На верхних этажах остались квартиры. 1 плюс 1. Цены от 132 тысячи евро и выше, дорогие зрители. Это блок Б был. Блок А. Есть рассрочка. В блоке А на 8 этаже от 131 тысяч евро. Вот кое-как хочу показать. Вот видите, осталось мало квартир. Все, sold, который написан, это все продано. Как пирожки разошлись. Разобрали. Проект еще не готовый проект, он будет грандиозный. Вы 3D фотки увидите в ролике. Вот тут осталось несколько квартир и в этой стороне торцевая часть, вот клюв, все продано. Это самая видовая часть, как бы смотрит на вас, на юг, восток, юг, запад. Если кого интересует, у меня в Б-блоке напрямую от инвестора есть на 4-м этаже квартирка 1 плюс 1. Цена этой квартиры 135 тысяч евро. Оплата полная должна быть, чтобы сделали переуступку вам. Так что смотрите, видите, все продано. Отсюда вид будет на бассейн, на большую огромную территорию. Здесь велодорожка будет большая. Бассейны три больших, огромная территория, крытый бассейн, открытый бассейн. И химчистка, там мусоропроводы будут по зданию. Ну, очень много фишек у этого проекта. Мой самый любимый проект в Алании. По хорошим ценам, по хорошему месторасположению. Ну, люблю, я люблю этот проект. Так. И все. Показал, цены сказал. Есть пирожочек на вот этой красной части. Видите, посередине клюв. И вот тоже я вам покажу. Здесь тоже продано блоки. Видите, все продано. Проект будет сдан до марта 2023 года полностью. Но говорят, что смогут сдать и в декабре. Здания будут готовы к концу этого года. А так инфраструктуры где-то доделают, где-то сделают. Вот кран крутится. Вот на меня идет он. Видите, медленно крутится. Сейчас на голову мне упадет. Надо быстро подняться туда. Стеклянный такой красивый будет проект. Ага. Вот как система работает. Посмотрим наверх, если что-то упадет, вы тоже увидите. Вот, Вася, беги. Все, спас. Жить буду. Дорогие зрители, вот здесь будет огромный бассейн без горок. В этой стороне будет бассейн с горками. В той стороне будет детский бассейн с аттракционами. Вот это торцевая, этот клюв.
А у меня торцевая эта часть. Клюв. И здесь клюв. Кран перевернулся. Что? На голову ничего не упадет. Так, мозгов не осталось от жары. Вот. Это клёв. Квартира у нас была такая, сейчас вспомню. Ага. Да. Вот квартира. Вот на той части квартирка находится. Подробную информацию отправлю в WhatsApp. Вот такой проект красивенький. Ляпота. Вы сейчас увидите 3D фотки. А я посмотрю на кран. Огромная территория. По всей территории будет специальная велодорожка. Здесь должен быть проход. Калитку поставят. Открытая парковка будет в той стороне. Полностью будет стеклянная. Представляете? И две звезды будет на крыше этого проекта. Одна у одного блока, другая у другого блока. Пыль, пыль, пыль. Живой. Поднимусь-ка я на верхний этаж. С верхних этажов видно море. Покажи о планировке. Здесь два этажа будет инфраструктура. В блоке Б будет мокрая инфраструктура в основном. Это спа-центр. В той стороне будет игровая зона. Зоны, как, если меня память не ошибает. Я выложу снова эти фотки с инфраструктурой. Три лифта больших по 12 человек каждая. Два там, один лифт здесь. Вот как коридор так идет, коридор так идет. А это клюв. Допустим, две квартиры, одна слева, одна с правой стороны. Снимем планировку той квартиры, которая у меня планируется. Это не этот этаж, верхний этаж. Ну что, у меня охота нет туда подниматься. Кому надо, отдельный ролик сниму. Отправлю. Большой санузел. Видно, да, сколько тут? Давайте я вам отмерю. Сколько тут полезная площадь, да, именно, чтобы запонимали, от стены до стены. 3700. Маленький коридорчик вот такой, прохожая. Здесь шкафчик будет. Спальня. 10 или 11 квадратных метров. Сейчас тоже измерим. Так, сейчас. Да, 10 квадратных метров. Полезная площадь. Кровать, наверное, ставят куда? Сюда. Так, кровать ставят. А сюда гардероб. Стеклянные окна. В спальнях и в гостиной будет ламинат. Если кто-то желает, заранее может заказать теплые полы. Гостиная, тут балкон, совмещенно с кухней. В этой стороне кухня. Тут тоже где-то с балконом вместе полностью вся полезная площадь. 20 квадратных метров. Нет, не 20, и 20 это мало. Секунду, 25 квадратных метров. Как минимум. Вся вот эта часть. Отмерять мне сложно, потому что стена вот в этой стороне. Так. Давайте я вот так отмерю, чтобы уточнить, если не упаду. 5 метров отсюда туда. И 25 квадратных метров, дорогие зрители. Если поставят кухню, то будет 20 квадратных метров. Здесь как бы закрывается. Вся полезная площадь. Так.
Вот такой вид будет стоить квартиры, которую я вам предлагаю. А также есть другие квартирки. Отдельно могу все снять. Постараюсь подняться. Вот вид, здесь бассейн будет, там бассейн будет. Но четвертый или пятый этаж, не помню. Здесь что-то будет, детская игровая площадка. В той стороне песочница будет, специальное место, где дети будут играть с песком. Они придумали все, что можно. Сауна, мауна, хамам. Айдат будет где-то 35 евро. Это другая уже планировка, то есть другая квартира. Есть также планировки, несколько видов планировок у квартир. Это, например, другая планировка. Здесь на один или два квадратных метра, на один квадратный метр побольше. Видите, санузел он так в длину, и в край сюда душевую кабинку. Тоже хорошая планировка. Зашли, искупались, вышли. Здесь горшок будет стоять. Так, что в нем делают? И отсюда мы выходим. Гостиная. Гостиная как бы в длину. Здесь кухня. И вид тоже на бассейн. Балкончик. Этот балкончик побольше, чем тот. Ну, у того трехсторонний вид. Здесь односторонний вид. Юго-запад, как бы. Какие еще квартиры мне показать? Ну, есть люди, которые здесь купили квартиры. Сейчас будут искать свою планировку. Давайте и здесь планировку покажу. Это я не знаю. Квартира номер какой? 9. Так, входим. Здесь будет шкафчик. Здесь прямо гостиная комната, совмещенная с кухней. Здесь спальня, выход к балкону также с правой стороны. Здесь санузел, высокие потолки, 280 на данный момент, но будет 270, когда гипсокартону поставят. И вот видите, планировка этой квартиры, там спальня, выходим, балкон. Вид на бассейн. Значит, жаль, что сам не купил вовремя отсюда. Жаль. Жалею. Плакал даже. Надо было раньше купить. Так. Сейчас тоже не поздно. Цены куда-то в космос летят. Другая планировка такая же. Да, такая же. И сейчас я вам покажу планировку и этой квартиры. Вот этот торец. Здесь еще какая-то планировка. Санузел. Спальня. Вот здесь спальня по-другому. Видите, шкаф сюда устанавливается. Кровать куда-то ставят. И здесь гостиная как бы побольше, что ли, на один квадратный метр. Ну, это катастрофа. Один квадратный метр. Балкон, вид на горы отсюда у нас. Да, это этот край. Да, вы поняли, да? Один часть, здесь другая часть. Сейчас я пойду еще планировку той стороны покажу, чтобы никто на меня не обиделся. Эти квартиры показал, мою квартиру не показал. Так, вот, вошел, прихожая. Санузел. Кого заинтересовала планировка какой-нибудь квартиры, давайте мне запрос, я по ролику, я вам найду ту квартиру на верхних этажах, которая сейчас на продаже. Вот остались вот несколько, видите, солдов еще не написано. 125-я квартира, 112-я, 111-я, 110-я, 123-я. Осталось по 6-7 квартир. 6-7 квартир из 288 квартир. Зачем я не купил? Денег не было тогда. Сейчас тоже нету. А. Вид на горы. Здесь балкон побольше. Я планировал показать. Это блок А. Я нахожусь в блоке Б. Если смотреть, это клюв. Вот
Вот. Сейчас я вам покажу, где я сейчас нахожусь. Переверну. Увидели? Ветер. Вот. Как бы я был здесь в первую очередь снимал. Потом прошелся в эту сторону, показал вариант Е, вариант Д, вариант С. Сейчас я нахожусь в варианте Б, русское В. И также показал вариант А. Конфетка с вас. Все варианты показал. Г, Ф. Вот. У меня продается в основном квартира вот здесь. Понятно всем? Понятно. Это улетело. Так. Все. Дорогие зрители, спускаюсь я вниз, чтобы ролик не был длинным. Уже 15 минут. Жаль. Пройдусь я к морю, покажу вам пляж. Итак, дорогие зрители, за этим зданием находится проект Далюмос. Вот. Я оттуда спустился вниз. Здесь прямо шагу доступный Шок-маркет. Сеть магазинов. Магазин стройматериалов Джанквуд, который в Махмутларе. В этой стороне у нас субботний рынок по субботам за этими двумя зданиями. Вот там будет одна дорога. Будет калитка откуда-то еще. Вот в той стороне, где поликлиника Махмутлара. И еще откуда-то дорога, не помню карту. Отсюда прямо к морю. Идем вместе со мной. 16 минут уже. Счетчик пошел. Минута оттуда пешком сюда. Максимум. Минута с проекта до дороги от Очерка. С поворотами. У меня темп немножко сильный. Так что я быстренько пойду. Кого интересует проекты? Ну, этот проект уже строится. Кто хочет хорошенько инвестировать на котлование. Сейчас, так как земельных участков уже не осталось, проекты начали строить на расстоянии 1000-1500 метров. Это выше Ататюрка. Также есть у нас проекты, которые близко к морю, 400 метров. Там тоже эксклюзивный вариант. Если вас интересуют вот такие варианты ближе к морю, цена там высокая, звоните, пишите по номеру +90 555 064 91 10. Не буду снимать людей, камеру сломают. Шляпу надо было собрать, жарко. Там свадьба кого-то. Здесь известный ресторан. Hello. Merhaba. Geliyorum gece. Çalışıyorum ben. Sıcak mıcak yok. Вы говорят, жару, что ролик снимает. Правильно говорят, трудоголик. Солнце, я тебя любовь. Вот ресторан. Чёс Эд известный. Сейчас ролик сниму, пойду у них чапить. Вызвали гости. Вот видите, какая красота здесь. Фонтанчики, фонтанчики, баклажанки. Давайте отсюда пройдусь. Тут тенечек. Солнышко я люблю, но тень тоже мне надо порой. То сознание потеряю. Видите, как свет горит там. Уже я 2 минуты хожу. Почти дошел до улицы Барбаросса. Мадам Сосо Сакалашвили. Что-то перепутал именно. Мадам Сосо Коко. Чикоко. Чикоко, чикоко, чикоко. Так. Куда ты, куда я? Смотрите, спасибо, что смотрите ролик со мной вместе. Прогулка по Махмутлару у вас тоже. Как раз экскурсия. MM Migres, вот, который я вам говорил. Уже 3 минуты. 3 минуты с Ататюрка до Барбаросса. Запомнили? Запомнили. Ресторанчик, кофейня. В этой стороне ресторан. Там почта.
Теперь 3 минуты отсюда, ну 4 стало. 4 минуты. И до моря еще 2. 600 метров максимум. Ну, я там разговаривать тоже начал. 3 секунды там потерял. Тапочки тоже продают. Здесь хороший ресторан, где супер вкусные. Здрасте. Ролик надо говорить. Кебаб, вот шашлык тоже дают. Лидер пача. Пача это из вот этих мозгов делают суп такой. Из кишечник делают, там тоже этот. Ишкенде называют они. И келле пача, аяк пача. Только не хватало другой пача. Ага. Зря ясно недвижимость поставил в здании. Все работают. Уже 21 минут. Я почти дошел до первой береговой линии. Там подземный проход. Еще раз скажу, я второй раз так снимаю этот ролик про проект. Так детально никто не снимает. Один Агасси, мистер Агасси. Кто ищет меня, на ютубе пропишите Агасси Алания, и вы меня найдете, если не можете найти Парадайс Алания. Наш офис прямо в центре башни часов Махмуд Лара. Престиж Парадайс. Престиж Резиденс написано там. Застройщик и агентство недвижимости. Я, может быть, не буду на месте. Можете позвонить, я приеду. Дыр много. Подземный проход. Так что по дороге вас машина не собьет, если будете пользоваться вот этим проходом. А, еще свет работает, лампочки горят. У меня рост 1,82 м, и я свободно, да, так, почти задевает потолок, голову с окна. Тут также есть лесенка, чтобы подняться в эту сторону. Здесь, наверное, что-то сделают, дорожку исправят. Море. Море, море. Или как так? О, море, море, преданным скалам. Най-най-най-най-най. Кто-то на плитах загорает. Вообще шикардос. Видите? Увидели. А, дама, извини меня. Надо показать, что как отдыхают люди. Вот. Здесь вырублены эти плиты. Плавный ход, но в воде по-любому есть плиты. Тоже загорают. Там пирс, можете прыгать. Вид на крепость Аланию. Мелкий гравий. Все. Вам все показал, рассказал, 3D фотки увидели, теперь купите, звоните, +90 555 064 91 10. Если вас интересуют вторички, заранее приезжайте сюда, решите вопрос с деньгами. У меня очень хороший вариант, который я не снимаю, не буду показывать в роликах, пускай у меня лежит в кармане эти квартирки. Всем пока-пока.